Некоторым сиротам, достигшим совершеннолетия, приходится страдать от бюрократической волокиты и искать помощи в прокуратуре. В соответствии с требованием законодательства, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по достижении 18-летнего возраста должны быть обеспечены благоустроенным жилым помещением. Жилое помещение предоставляется гражданину на основании договора найма специализированного жилищного фонда в черте населенного пункта и должно отвечать социальным и санитарно-техническим требованиям общей площадью не менее 15 квадратных метров. Покупка жилья производится за счет средств из областного и федерального бюджета. В этом году на эти цели предусмотрено более 679 миллионов рублей. Судя по сумме, это не менее 600 жилых помещений. Ранее областными властями сообщалось, что покупки жилья планируются в Кургане и Шадринске, Алименевском, Долматовском, Катайском, Куртамышском, Китовском, Лебяжевском, Макроусовском, Варгашинском, Каргопольском, Белозерском, Юргомышском, Щучанском и Шатровском районах. После данной закупки жилфонд для сирот передается на муниципальный уровень, далее конкретным адресатам. Пока ситуация в данной сфере, по мнению специалистов, остается острой. Всего за текущий период 2018 года в суды области прокурорами направлено свыше 100 исковых заявлений в защиту детей-сирот. В 2018 году, с учетом решений прошлых лет, по искам прокурора уже обеспечено свыше 350 детей-сирот. К слову, в прошлом году для зауральских сирот областными властями было приобретено 650 квартир. Очередь ежегодно растет на 350 человек. В настоящий момент в ней стоит около 2000 воспитанников детских домов. И проблема не в нехватке финансирования, а в отсутствии самих новых квартир. Алексей Старцев, Влад Базалев, Андрей Бахарев, информационное агентство «Курган.ру».